Клиенту портала госуслуги.ру не нужно самостоятельно изучать целые пакеты нормативно-правовых актов в разработанной программе. Все предельно автоматизировано. Электронное оформление в разы экономит время обратившихся граждан. В этом уже убедились многие жители Одинцовского района. Очень удобно, да. Электронная очередь, запись, все это, оформление документов, это очень удобно. Очень много экономит времени и так далее, да. Есть время на детей. Госуслуги просто, быстро и удобно. Под таким девизом стражи порядка провели акцию, направленную на повышение качества оказания государственных услуг жителям. Справки об отсутствии или наличии судимости, об административном преследовании. Это справки, оказываемые госавтоинспекцией нашей, да, это замена водительского удостоверения. Для этого не нужно ходить, стоять в очередях, писать все эти заявления. Там все можно сделать дома, легко, доступно и удобно. То есть просто прийти, забрать необходимые для вас документы в кратчайшие сроки. Справки о судимости никуда вам не требовались никогда. А вот посмотрите. То, что предоставляют у нас сотрудники полиции, какие предоставляют госуслуги. Ну, будете устраиваться там на работу или в учебное учреждение. Справки об отсутствии судимости, регистрация оружия, паспорт, замена паспорта. Заходите, регистрируетесь быстро. Вероятно, у молодежи не будет проблем с регистрацией на сайте. А вот пожилому поколению сложнее привыкнуть к новому формату получения госуслуг. Я не умею пользоваться интернетом. Куда я пойду? Бог знает куда. Те, кто по каким-либо причинам не имеет возможности воспользоваться сайтом, могут лично посетить МФЦ или само ведомство. Но стоит помнить о том, что способ получения государственных услуг через интернет наверняка займет гораздо меньше времени и сил. К тому же, единый портал госуслуги.ру работает круглосуточно и без выходных. Доступ ко всем сведениям бесплатный. А для создания учетной записи на портале понадобится только паспорт, СНИЛС, адрес электронной почты или номер телефона.